Я всех приветствую на своем канале. Спасибо вам, уважаемые гости и подписчики моего канала, за то, что вы поддерживаете мой канал, оставляете свои комментарии, а также оставляете запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. А также я благодарю вас за подписку. Сегодня я сделаю расклад по просьбе моей подписчицы. Есть ли шанс у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выиграть олимпийское золото в Пекине в 2022 году? Первое, что я, конечно, буду смотреть: степень их подготовленности, как они выступят. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, под данным видео будет находиться номер телефона, куда вы можете написать смс-сообщение на Viber, либо же на WhatsApp. Так, первое. Степень подготовленности, как пара, какая у них подготовленность, как они выступят, шанс на золото, что им может помешать, что или кто, будем говорить так. Возможно, это будет другая пара. Первая степень их подготовленности. Мы видим здесь картину. Молодая супружеская пара отправляется в путешествие. Они взяли с собой все самое необходимое. Шестерка мечей. Это говорит о том, что они довольно-таки неплохо подготовлены. Они все, что у них есть, вот этот опыт жизненной тренировки, работу, они все взяли с собой. Конечно же, есть момент тревожности. Шанс на победу есть. Впереди много очень всего интересного, новая жизнь. А также много неизвестностей. Не все зависит от их подготовленности. И они, кстати, об этом знают. Конечно же, они настроены на победу. Но есть, знаете, какая-то такая неуверенность, тревожность. Так, как они выступят? Как они выступят? Очень замечательная карта. Это старший аркан сила. Они все приложат усилия. Это творческий подъем. Кстати, очень много что зависит от Дианы, от ее собранности. Кстати, успех даже их больше зависит от партнерши. Укрепление своего положения. Все шансы есть. Ну и давайте посмотрим шанс на золото. Замечательная карта. Здесь карта влюбленная. На карте мужчина устремил взгляд вперед. И он полон радости и надежд. А девушка прям с трепетом прижала руки к груди от счастья. Ну, я вижу здесь положительный результат. Шанс на золото есть. Однозначно есть. Что или кто им может помешать? Что здесь у нас? У нас здесь судья выходит. Я вижу, что это так. Что, возможно, со стороны именно судьи, мужчины, консерватора, догматичного такого судьи, могут быть помехи. Итог. Какой будет итог? Прям, знаете, самое волнение. Итог.
Выходит карта тревожная. Как будто что-то все-таки мешает. Есть какие-то ограничения. Причем эти ограничения, опять-таки, у них есть возможность вырваться вперед. Может быть, это связано с их эмоциональным состоянием. Так, посмотрю, что в этой карте есть. Что в этой карте есть в итоге? Принцесса Желзов. Ух ты. Так, здесь у нас выпадает рыцарь мечей. Ну, вы знаете, вот по этой карте я могу сказать, что опять-таки шанс есть, вот есть шанс, но во всяком случае, я бы, знаете, так сказала. Сейчас еще одну карту достану. Итог. Вот я бы так сказала, уже во всяком случае серебряными призерами они могут стать. У них очень хороший шанс, но там буквально могут на 2 балла снизить им оценку. Кто-то их опередит. Вот я вижу так. Но уже серебряными призерами они однозначно могут стать. Понимаете, вот то, что я вижу. Даже если они не возьмут золото, они возьмут серебро. А это тоже очень замечательно. Они будут вторыми. Я вижу, потому что здесь вот со стороны судьи могут быть занижены оценки. Я вижу это так. Я бы, конечно, хотела, чтобы они выиграли золото. Но видите, первая карта по итогу и вышла ограничение. Возможно, потому что они молодые, мало опыта, чтобы вот как-то вот какая-то внутренняя вот это было, знаете, как сказать, внутреннее спокойствие. Возможно, и так. Ну, дай бог. Потому что здесь старший аркан Солнца, это вообще полный успех и полная победа. Дай бог. Вы знаете, могу так сказать, я же не слежу, собственно говоря, за выступлениями, да, наших олимпийских чемпионов и нашей сборной всей, но душой и сердцем, конечно же, я за Россию. Карта Солнца говорит о полной победе. Я все-таки надеюсь, что вот по окончанию, по итогу они возьмут золото. Да будет так. Если по данному раскладу у вас будут какие-то комментарии, может быть, ваш профессиональный какой-то взгляд, так как вы наблюдаете за нашими фигуристами, напишите, пожалуйста, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Берегите себя, всего вам доброго.